Дорогие друзья Шоу Веры, мы снова начинаем нашу программу. В очередной раз Слово Господа приходит в ваш дом, входит в ваше сердце. И когда Иисус приходит в ваши жизни, Он хочет, чтобы мы прислушивались к Нему. Библия говорит нам в Евангелии от Луки, что однажды Иисус вошел в дом одной женщины, девушки по имени Марфа. И она гостеприимно приняла Его. У нее была сестра Мария, и Мария сказала: «Мария, иди сюда, Иисус Христос, Учитель, сейчас здесь, дома, чтобы проповедовать нам». И обе сели, чтобы слушать Иисуса. Но Марфа вспомнила, что у нее было много дел по дому. И она сказала: «Иисус, подожди». И она начала заниматься хозяйством. Но Мария нет. Мария сидела и слушала, принимая и впитывая то, что говорил Иисус. И Марфе не понравилось, что Мария не помогала ей по хозяйству, и она сказала: «Иисус, пожалуйста, скажи моей сестре, чтобы она помогла мне, потому что очень тяжело делать все одной». Иисус сказал Марфе: «Марфа, Мария сделала правильный выбор, а ты так озабочена домашним хозяйством». И Мария поступила правильно, она осталась сидеть у ног Иисуса. Когда мы садимся к ногам Господа Иисуса, когда мы слушаем Слово, занимаем позицию веры и живем по Слову, мы продолжаем сидеть, продолжаем верить и принимать благословение. Сегодня очень важная проповедь. В программе мы увидим людей, которые расскажут о благословениях, будут свидетельства веры, будут также вопросы, и будет время для молитвы, и Бог благословит. Это все начинается сейчас, в Шоу Веры, и немного позже я вернусь назад в студию во имя Иисуса. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Мы переживаем дни, полные благословений. Хотя есть люди, которые смотрят лишь на негативные события, которые не должны были произойти, у нас есть указание Библии, чтобы смотреть на Иисуса. И Библия гласит, что Он начальник и совершитель нашей веры. Это означает, что Он дал нам веру. И однажды Он потребует заплатить за эту веру, так как мы уже не будем нуждаться в вере. И тот, кто сделал все правильно, искал Бога, служил Богу и принял Его как Спасителя, пребудет с Ним на небе на все времена. Итак, сегодня мы должны смотреть на Него. И когда мы смотрим, что значит смотреть на Иисуса? Давайте говорить прямо. Это видеть, что Он сказал в Слове, и принимать это. Вы смотрите на Него, мы делаем это через веру. И когда мы смотрим, мы получаем силы, мы получаем указания, мы получаем такую заботу Бога, что даже если подвергнемся нападению, оно не причинит нам вреда. Он поднимет нас, делает нас сильными в Боге. И слава Богу, что Бог даст нам победу. Итак, в Матфеи, глава 11, Господь Иисус говорит нечто, что обернется для нас благословением. Матфей, глава 11. Господь Иисус, начиная со стиха 28, но нам важнее 29 в данном случае, Он сказал так: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Так давайте разбираться. Смотрите, как я делаю. То есть поставьте себя в то же положение, что Иисус, так как Он повиновался, Он подчинился Отцу. Он никогда не отступал от Слова Бога и никогда не отступит. И Он вам объяснит, это у Него, а не у меня или у кого-то другого. Вы научитесь у Иисуса. Научитесь исцелять немощных, изгонять демонов, не поддаваться никакому искушению дьявола и побеждать в жизни. И Он говорит здесь еще: «Ибо Я кроток и смирен сердцем». Итак, иго Господа мягкое, легкое, нет ничего сложного. Наоборот, вне иго Иисуса есть другое иго, оно от лукавого, из железа. Вы возьмете его, и тварь заведет вас лишь в трясину, откуда нет выхода. С игом Иисуса вы проснетесь, вы станете победоносным человеком,
Вы научитесь у него. Иго его мягкое, легкое. И что еще он говорит нам? «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Тогда вы можете находиться под страшным гнетом в великой битве, но у вас будет покой. Вы спокойны, уверены, побеждаете. В послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам, глава номер 6, стих 17. Апостол Павел, вдохновленный Господом Богом, сказал нам следующее. 6:17 1 Коринфянам. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вы взяли иго Иисуса, вы больше не разделены с Ним, вы объединены с Ним. Вы есть один дух. Дух Господа Иисуса относится к вам как к Богу. Вы начинаете, чем больше вы находились вместе с Иисусом, думать так, как думал бы Иисус, реагировать, как Иисус реагировал, использовать силу Бога таким же образом, как использовал сам Господь Иисус. И что плохого и недоброго с вами произойдет? Ничего. Абсолютно ничего. Так как теперь вы стали другим человеком. Вы человек, в ком есть другой, и этот другой человек, он рядом с вами. Вы делаете одну работу, вы едины с ним. Он знает, что ваша сила очень мала, почти ноль. Но его сила 100% абсолютная, и тогда уже он делает дело. Вы учитесь у него, и вы будете использовать его силу. Вы станете благословением для себя, для своих домашних, друзей, для тех, кого вы знаете. Миру вы нужны именно таким. Но, доктор Суарес, а если однажды что-то меня отлучит от Бога? Не думайте об этом. Это разговор демона. К римлянам, это предыдущая книга, глава 8. Друг мой, будучи учеником Иисуса, шагая рядом с Иисусом, забудьте об этом. Этого никогда не произойдет. Но если нечистый выступит против меня, он не добьется успеха. Смотрите, что говорится в стихе 33. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. В час, когда вы чувствуете в сердце, в него стучит желание быть от Иисуса и шагать с Иисусом, это Бог вас приглашает. Он вас избирает. Кто сможет выдвинуть обвинение против вас? Ах, доктор Суарес, у меня есть столько неверного в жизни. Вы можете сказать, у меня было столько неверного. Так как в час, когда вы избраны и приняли это, Бог вас оправдывает. Бог вас очищает. Брат мой, это не адвокат, который придет в суд и проведет защиту очень удачную, очень логичную, и судья стукнет молотком и скажет «невиновен». Тогда все. Судья объявил, у него есть власть для этого. Но здесь сам Бог. Тот, чьи глаза, как языки пламени. В час, когда вы поверите в него, он вас простит, он вас очистит, и вы будете невиновны в любой ситуации. Дьявол может предпринимать что угодно, у него не получится. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Теперь стих 34. Кто осуждает? Кто тот, у кого есть возможность указать пальцем и осудить? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Итак, мы находимся там совсем не случайно. Так как Христос умер за нас, но и воскрес. И теперь одесную Отца, справа от Отца, ходатайствуя. Когда лукавый пытается там, в духовном мире, осуждать любого Сына Бога, Иисус ходатайствует. И Отец знает, что Иисус расплатился. Отец знает, что Иисус умер за меня. Он зашел на крест вместо меня, вместо вас. Он расплатился. Кончено. Итак, не говорите такого. Ах, я недостоин. Нет. Если есть что-то неверное в моей жизни, я исповедуюсь, я освобожусь от этого. И что тогда произойдет?
никто меня не осудит». Нет такого. Теперь стих 35. Это победная песнь христианина, ученика Иисуса. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но смотрите, что дальше. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Все эти ситуации, которые могут обратиться против нас, чтобы нас осудить, чтобы нас посрамить, мы с вами преодолеем. Кончено. Никто не отнимет у нас этой любви. Это иго Иисуса на самом деле не иго. Иго, чтобы угнетать, удерживать человека и заставлять. Это любовь Бога, которая нас поддерживает, которая отрывает нас от того, что негодно, которая нас усовершенствует для божественной воли, и завтра будет лучше, чем сегодня, и сегодня будет лучше, чем вчера, и послезавтра будет лучше, чем завтра, всегда нас благословляя. И есть еще стих 38. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь», смотрите, как все серьезно, «ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее». И здесь есть еще. «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Почему вы подвержены депрессии? Потому что у вас нет смелости исповедоваться Богу в своих ошибках и просить у Него прощения. Почему дьявол все еще угнетает вас? Потому что вы не возьмете иго Иисуса. Потому что не решите: «Бог, я хочу Тебя, я буду искать Тебя, я теперь буду понимать Господа, я буду подчиняться Твоему Слову». В час, когда вы так сделаете, начнется новая эпоха в вашей жизни. Бог будет писать ее. Вам нужно только быть стойким. «Я сказал, и я буду. Я буду таким человеком. Я буду этим благословением. Больше ничто вражеское мне не помешает. Наоборот, я поднимусь, я буду бороться, я одолею, я получу все, что мне необходимо». Бог будет с вами во имя Иисуса. У лукавого больше не получится. Таким образом, ваши мечты станут реальностью. Почему? Потому что вы научитесь у Иисуса. То, что вы ищете, что Бог сказал, что это ваше, и то, что вы усвоили из Библии, если вы верите, вы получите во имя Иисуса. «Я сумею, это зло исчезнет». Сегодня может быть худшая ситуация в вашей жизни. На первый взгляд нет выхода. Доктор Суарес, я неудачник. Бог вас поднимет. Бог даст вам свет. Бог даст вам силу. Бог поместит вас на новое поле и скажет: «Ходи, сын мой, ходи, дочь моя». Иисус сказал: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Уже будучи от Иисуса, вы можете быть худшим из людей. Если Он изгонит хоть одного, Он перестанет быть истинным. Он сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». И Он сказал: «И никто не похитит их из руки моей». И Он еще добавил: «Отец мой, который дал мне их больше всех». Брат мой, сестра, вы почувствовали желание быть от Бога, вы получили величайшую премию, которую может выиграть человек. Возможность жить с Богом, быть под одним игом с Иисусом, так как оно не тяжелое, не из железа, это иго любви. Вы будете рядом с Ним, вы будете учиться у Него, вы будете с Ним одним духом, не будет разделения, вы будете взывать, будете чувствовать, и не только освобождение, защиту. В Боге есть такое, о чем вы даже не задумывались. Чему вы будете поклоняться? И Он придет. Ваша душа омоется радостью, вы подниметесь, любя Бога. Это истинный небесный медовый месяц. Брат мой, зачем таскать тяжести, если Иисус дает вам легкое бремя? Зачем надевать свинцовые одежды?
Вы уже представляли себя в свинцовых одеждах. Вот этот мой костюм, брюки, пиджак, пара. Была тройка, но мы отказались от жилетки. Если бы этот костюм был из свинца. Боже, какая тяжесть. Да, но он защищает. От Иисуса легкий. Он защищает. Есть то, что преодолевает свинец, но нет ничего, что преодолеет силу Бога. Брат мой, так приятно ходить в легкой одежде. Целый день в железных сапогах. Боже, сохрани. Свинцовая одежда. Я больше не выдерживаю. Вот такова ваша жизнь без Иисуса. Никак иначе. Но с легкой одеждой Иисуса вы защищены, хранимы, учитесь у Него, вы реализуетесь. И кто попытается осудить, то поднимется, чтобы обвинить, чтобы отделить вас от Бога, не сумеет, так как никто не посмеет вас вырвать из рук Иисуса. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Бог постучал в ваше сердце, я приду к Иисусу. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Из рук Его никто не похитит. Другими словами, все божественное включено в вашу жизнь. Какая привилегия? Ну как такое возможно, доктор Суарес? Кто я такой? Вы образ и подобие Бога. Бог знает, что у вас есть ценность, о которой вы даже не думали, о которой ваш работодатель никогда не думал, даже иногда ругаясь с вами, строя козни, он не знает, что имеет дело с человеком, которого Бог очень любит, который принадлежит Богу, о которой ваша жена, возможно, не думала, муж никогда не думал о женщине, что рядом с ним. Вы этот человек, любимый Богом, и вы победите. Позвольте мне помолиться. Отец, есть желание продолжать говорить об этом все время. Отец, есть желание сказать об этом, и мы не можем молчать. Нужно, чтобы люди узнали тебя, любили тебя и жили с тобой. Больше, больше и больше, и наслаждались всем, что есть у Господа. Бог, я молюсь за того, кто еще не понял или не осознал, но который сейчас взывает: я хочу это иго, я хочу эту любовь, я хочу этого Спасителя. О, мой Отец, услышь ты сейчас этот призыв. Достаточно лишь сказать, что хотите. В час, когда вы скажете, Бог снизойдет в вашу жизнь. В час, когда вы говорите, Бог изменит вашу жизнь. И Бог снизошел, чтобы сейчас изменить вас. О, Дух Бога, большое спасибо. Святой Дух, вдохни сейчас мир в эту жизнь. Вдохни любовь Бога. Иисус, вдохни радость в это печальное сердце. О, Иисус, вдохни, Иисус, подними этого человека, Иисус, того, кто падает, того, кто угнетен, полон долгов, о котором кто-то сказал: ты ничтожество, ты хуже, чем ничто. О, мой Бог, Господь говорит, ты достоин всего, ты мой образ и подобие. О, Иисус, как это прекрасно, что мы можем тебя чувствовать, любить тебя. Большое спасибо, Иисус. Иисус, есть те, кто сейчас реализуется. Всю жизнь этот человек был угнетен, Отец, был унижен всю жизнь. Иисус, он принимает сейчас твое иго. Это Господь и он. Господь сильный, Иисус, Господь умный, Господь выдержит работу. Господь теперь поднимет эту жизнь. Нет больше неудач. Нет больше поражений. О, мой Бог, как это прекрасно! Теперь пришло ваше исцеление. Теперь пришло ваше достоинство. Именно так Бог вас поднимет. Спасибо, Иисус. И аминь. Можете поаплодировать Иисусу, он заслужил. И знаете, если вы плачете, не стесняйтесь. Это сигнал того, что Бог вас посещает. Идите твердо и не оглядывайтесь. Возложивший руку на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. Бог показал вам, что вам нужно для счастья.
Переходим к истории из реальной жизни. Мой муж был безработным, и я тоже. Нам не удавалось найти работу. Тогда мы вдвоем, оба безработные, переехали в другой город. Мы сменили место жительства. Каждый день я ходил по городу в поисках постоянной работы, но все двери были закрыты для меня. Было ужасно приезжать в церковь на велосипеде, потому что я живу очень далеко от церкви, несколько километров по трассе. Ветер, дождь, грязь. Несмотря на все это, мы приезжали и славили Бога. Как-то раз мы были дома и молились перед обедом. В тот день все в доме закончилось. У нас была только фасоль на вечер. После обеда все закончилось. Был последний рис и последнее яйцо, которое мы разделили. Я всегда говорил им, что жизнь – это сражение, но у Бога всегда есть что-то лучшее для нас. Мы поблагодарили Бога за тот последний прием пищи. И я сказала: «Господь, вечером нам больше нечего есть». В тот момент нам всего не хватало, и мы молились Господу, взывали к Нему. И Господь ответил нам. И в тот период нам было очень тяжело, очень трудно, но Бог наставил нас на верный путь. Они вели себя как настоящие христиане. Я могу это сказать с полной уверенностью. Как-то раз в 2 часа дня мне позвонила моя родственница и сказала: «Мы едем к тебе домой провести выходные». Я подумала: «Что же делать, Господь?» Мы никак не могли принять их, особенно так внезапно. У нас дома ничего не было, никакой еды, все закончилось. Они приехали к нам. Но перед этим они зашли в закусочную и пообедали там. Она мне сказала: «Мы принесли вам бутерброды». Мы поели, а затем пошли в гости к родственникам. Мы вернулись домой с продуктами, принесли все. С тех пор мой муж начал работать дворником. Я проезжал 15 километров от моего дома до работы на велосипеде, туда и обратно. Мы ходили в церковь и верили в Бога, что однажды Он благословит нашу жизнь. Мы боролись, платили десятину, взывали к Богу, чтобы Он изменил нашу жизнь. В 2010-м доктор Суарес приехал в Дорадос и проводил служение, после которого он сказал о спонсорстве. Я уже слышала об этом по телевизору. Я взяла бланк и заполнила его. Это было в июне. 12 июля мой муж уже нашел работу. Бог дал мне возможность получить новую работу и... Я стал работать агротехником. Я обменяла DVD-плеер на кресло для салона красоты, который я хотела открыть. После того, как я начала спонсировать, Бог не переставал благословлять мою жизнь. И все стало складываться. Мой муж тоже начал спонсировать. И его тоже Бог благословил. Поэтому в конце этого года он купил новую машину. И теперь я могу избавиться от велосипеда. У нас их было 2. Теперь мы чаще можем приезжать в церковь. Сегодня в их салоне очень много работы. Иногда так много клиентов, что они не успевают всех обслужить. Сегодня наша жизнь благословлена, потому что мы всегда остаемся верными Господу. Да, друзья, я просто плакал в душе. Давайте поднимемся, друзья, склоните голову, закройте глаза. Отец, воля Бога действительно кричать и плакать. Кричать перед Тобой, потому что так хорошо жить с Тобой. Так хорошо, Бог, ощущать Твое присутствие. И когда Твой Дух вдыхает святость, вдыхает радость, когда Твой Дух вдыхает Твою любовь, Бог, мы освобождаемся от всего недостойного. Мы освобождаемся от самих себя, и мы тогда хватаемся за Господа, принимаем иго, которое легкое, того, кто кроток и смиренен сердцем. Это легкое бремя, и Бог, мы тогда получаем помощь от Иисуса, шагаем рядом с Иисусом. О, Бог, мы просто-напросто, Отец, полностью меняем нашу жизнь.
О, мой Бог, и я сейчас хочу, мой Бог, чтобы Твое присутствие настало и наполнило эту душу. И Бог делает это сейчас. Я хочу, мой Бог, чтобы этот человек сейчас вдохнул Тебя. О, Святой Дух! О, Аллилуйя! Я хочу, чтобы пало на землю все недостойное. Отец, я воспользуюсь властью Господа, которую Господь дал мне. Во имя Иисуса я приказываю, все, что от дьявола, уйди из этого человека во имя Иисуса. Итак, друзья, мы снова вернулись, и вы слышали, что я сказал в начале программы, что Бог обильно благословит, и я уверен, что вы были благословлены. Свидетельство человека, какова была его жизнь, когда он услышал призыв Господа Бога и послушался этого призыва, и все начало полностью меняться в его жизни. То же самое может произойти и в вашей жизни. Господь Бог хочет благословить вас. Я бы хотел пригласить людей, которые нас сейчас смотрят и говорят: «Мне нужно, чтобы вы помолились за меня». Библия говорит, что тот, кто просит, получает. Если вам нужна наша помощь в молитве, вот наш номер телефона, наша телефонная линия, она в вашем распоряжении. А также все те, кто слушает нас и говорит: «Я бы очень хотел связаться с вами». Вот наш номер телефона, а это наш имейл, вы можете связаться через интернет. В общем, мы в вашем распоряжении, чтобы помочь вам и помолиться за вас. Тот, кто начал благое дело, говорит Слово Божье, он верен. Бог всегда верен. Бог никогда не бросит что-то на полпути. Иисус привел вас услышать это слово, чтобы сегодня вы начали изменяться и подниматься, чтобы вы стали сильнее, потому что тот, кто начал благое дело, верен и закончит его. И Бог хочет дать вам благословение в жизни во имя Иисуса. Итак, мы все в вашем распоряжении, и каждый день наша задача – приносить вам Слово Божье и верить, что люди придут к Господу Богу, и видеть победы в жизнях этих людей. Мы всегда здесь. Это последние секунды программы. Я крепко обнимаю вас всех, и пусть Бог благословит и защитит вас всегда в это же время, на этом же канале мы с вами и программа «Шоу Веры».